Всем привет! Многие из вас в комментариях говорят, что было бы круто, чтобы PSCP сняли большой фильм или сериал. Этого, скорее всего, не случится никогда. Сила и слабость фандома SCP в его лицензии. Все материалы PSCP могут распространяться только по Creative Commons 3, что значит, что если кто-то использует ваши материалы, основанные на SCP, вы можете требовать только одной вещи — указания того факта, что автор вы, и размещение ссылки на ваш сайт. Короче, на SCP-фандоме можно заработать только известности хайп. Все это, конечно, можно монетизировать само по себе. Например, в моей замечательной игре по SCP на Android, в которой вы можете узнать тайны фонда SCP, попутешествовать по параллельным мирам, в которой постоянно добавляется новый контент. В главном меню показывается реклама, что здорово поддерживает и этот канал, в том числе ссылка в описании. Но таким образом много денег не заработаешь. А в случае с сериалом все еще хуже, потому что как вообще заработать, если сам сериал могут расточить все, кому не лень, на свои сайты и каналы, и никто им в этом не помешает. Это не устраивает крупные студии, в которых на зарплате работают люди, которые платят за офисы, съемочные помещения и прочее. Поэтому по SCP никогда не будет профессиональных сериалов и игр. С другой стороны, гарантированное отсутствие проблем с копирайтами привлекает в фандом SCP тысячи людей, которые делают любительские фанатские видео, о которых мы и поговорим. Может, в них и нет профессионального качества, но сделаны они явно с душой. Например, канал Falorian Foundry делает видео с экранизацией разных объектов SCP. Вот, к примеру, видео про кофемашину, которая может выдавать вместо кофе все что угодно, если написать это слово на клавиатуре. На этом канале авторы постят небольшие эксперименты с объектами SCP без особого сюжета и истории, хотя позиционируют они себя как целая компания, делающая контент для интернета. Так что, может, когда-то они и начнут снимать сериал. Вот другое их видео с SCP-1074, с картиной, которая влияет на разум смотрящего нее, заставляя искать скрытые смыслы. Surrounded by fire. The ground is on fire. The buildings in the background are on fire. И, конечно же, у них на канале есть видео про лестницу. Куда же без видео про лестницу? Гораздо ближе к тому, чтобы делать полноценный сериал, подобрался русскоязычный канал ZAP, который снял 3 серии про разные SCP. В этих видео есть и неплохие эффекты, которые местами даже лучше, чем в больших профессиональных фильмах. Есть еще и неплохая стилизация под документальный фильм. В отличие от предыдущего канала, ролики на канале ZAP не затянуты и смотрятся буквально на одном дыхании. Хотя суть все та же — эксперименты с объектами, в которых используется класс D. Здравствуйте! Вы смотрите ознакомительный видеоматериал по объекту SCP-004. Вся ниже изложенная информация предназначена для сотрудников фонда не ниже второго уровня допуска. В первом ролике зритель может даже проникнуться теми чувствами, с которыми ученые SCP смотрят на участь сотрудников класса D. Поначалу может показаться, что в этом всем нет сюжета, но он понемногу развивается во втором и третьем ролике, так что не буду спойлерить, а просто оставлю ссылку на канал ZAP в описании. Всем фанатам SCP, думаю, зайдет. Сотрудники класса D. Одна из причин, почему я рассказываю все это. Уголовники, бездомные, провинившиеся и вообще пушечное мясо. Под тем или иным предлогом согласившиеся участвовать в экспериментах. Просто подопытные мыши. Хотя даже мышей зачастую ждала лучшая участь.
Кстати, в третьем ролике Адзап рассказывается про объект из Красного моря. Идет он 20 минут и уже реально похож на именно тот самый сериал по SCP, какой мы все хотим увидеть. Надеюсь, авторы не забили на это дело и снимут еще пару серий. Выходит, у них уже намного лучше, чем у тех, кто снимает говно типа Черновика. И, конечно, я не мог не вспомнить о канале InFame Cata. Я уже использовал его видео в своем ролике про монстров в реальной жизни. Но этот испанец снял по вселенной SCP уже огромное количество самых разных материалов. Питер стоит. Раскучен. Стоит. Muy bajito, pero está ahí. Voy a buscar. Hay algo. Ahí hay algo. Все видео на испанском с английскими субтитрами, так что не особо понятно, но смотрится интересно. Может, даже стоит заняться их переводом и переозвучкой. Ролик с бодрым экшеном на фоне, кстати, с канала Displays, и на него в описании ссылка, конечно же, тоже есть. В группе ВКонтакте я, пожалуй, создам тему с постоянными ссылками на эти интересные каналы, которые буду пополнять новыми экземплярами, как буду находить. Действительно, качественных видео по SCP оказалось не так много. Надеюсь, в будущем появится больше. Всем пока!